Так, я встаю, сразу видно, кишки кого-то уже запилили неплохо. Ой, пила тратит много, просто нереально. Блин, да что за пила еще такой звук пердежа, как... Реально как пердит. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Чебузаврик, Васаби Скромник, Магический, Гав. Гав, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Гав-гав. Если пятикушки прятают аппетита, а мы начинаем тестить аниматроников. Погнали. Ну что, давайте, кто со мной, запрыгивайте в яму, и кто-то нажимайте кнопку, и посмотрим, кто же дольше протянет. Фредди, Гличтрап или Бонька? Ну. А что-то оно, да, не жует ноги нам. Сейчас едим, сделаем. Оно ратратится жизни, просто мы этого не видим. Сейчас будем сделать. Что-то, ну, короче, этот механизм давай. Плохо работает. Дойдемте дальше. Это означает то, что наши аниматроники настолько мощные, что их ничем не убить. Хорошо, давайте тогда сверло. Почили пиздрака убью я. Пошел отсюда. Но сверли, сверли его. Они еще такие прочные, что не прогибается сверло под ним. Ага. А, Дима, это я держу работать. Это очень странно. Вообще, сможем мы на этой карте убить аниматроников? Я не понимаю, идут жизни, тратится или нет. У нас худ не отображается, отображался же худ. Дима, они фактически бессмертные. Ты думаешь? А, нет, они умирают. Вот, смотри, Гаф умер. А, Дим, видимо, из-за этих аниматроников она не может. Ты что, вот это они мощные. Ребята, показываем как есть. Если они не умирают, значит они не умирают. Но мы дальше тестим. Смотрите, даже сверла останавливаются. Это самые прочные аниматроники. Это что получается у нас они... Из чего они сделаны? Обсидиановый аниматроник. Сплав титана и еще алмазов. Говна. Дима, да, я вообще куплю плюшку и не пробиваю. А, ну, Тим, заходи сюда в комнатку. А, давай, открывай калитку. Я иду, я иду. Ребята, все-таки какого-то мы замочим. Мы не можем зайти туда? Сейчас, мужики, вам помогу. А, мы толстые кабаны. А что это? Давай я тебе помогу зайти, вот давай. А что вы такое? Давай, затащи меня физганом. Меня тоже, я за спалитрапа, давай. Я жирный? Давай, мужики, откройте дверь. Давай, нормально, тащи меня. Дверь закрывается под люк. Я тяжелый? Ты очень тяжелый, да. Так, ну давайте сюда хотя бы в мясорубку нас закинь. Давайте хотя бы один, может. Ой, я же... Да что, как умереть? Что за бессмертные аниматроники? Вас достать? А ты достань нас! Достань меня, до спринтрапа. А как ты нас достанешь? Ты не достанешь нас. Он достанет физганом. Давай, Куёка, достань спринтрап. Гличтрапу тоже. Я, мы застряли. Ничего не получается сделать. Какой-то человек нам пришел. Хорошо, я выселюсь. Те аниматроники, они реально бессмертные, мы их никак убить не можем. А чё тебя? О, они ходят, Ну что, давайте попробуем пилпаки все-таки. Включай. О, жизни начинают тратиться. Смотрите, вот эти аниматроники работают. Это батут, я не понимаю, это что, штука, которая меня... Я что, на голову приземлился или что, ничего не понимаю? Ребята, вот это прикольный момент, когда она на голову приземляется, тратится жизни. Получается, насколько аниматроник тяжелый, что может максимально сильно дамажить при падении. И сам себя тоже. Кто убивает? А че это Фокси? Фокси. Фокси, ты что, дурак, что ли? Это вот это. Хорошо, давайте сюда. Нет, стойте. У нас есть блендер. Давайте попробуем в блендер залезть. Так, ну что, готовьтесь включать. Так, давайте мы его то убьем, чили пиздрика, чтобы он нам не мешал. Открываем. Открываем, говорю. А не открывается крышка? Открывается. Ну что, ребята, поехали. А, жизни тратится. Кстати, быстро жизни тратится. Кто со мной? Опа, кто-то сразу умер. Так, не, ну это долговато будет. Ого, колбасит. Ну, только звук дамага странный очень.
О, дамажит, дамажит. Все отлично, сейчас я умру. Осталось не так уж и долго. Васаби скромник сразу умер. А сколько уж у вас жизни, что вы так быстро умираете? У меня... А, у меня 500 000 жизни только из-за этого. Я так долго выживаю. Так, 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 так. Давай, родная. Все, я умер. Ура! Да, но жизни мало, многовато было. Так, у этих аниматроников вообще жизни много. Ну пусть и будет, как раз будем тестить. Кто же быстрее умрет? Тим, может на лазер? А ну два все-таки на сверло вонючее. Я запустил, давай. Ого, она дамажит. Нифига себе, она меня аж выкидывает. Ух ты! И все. Не, слабовато, слабовато. Надо меньше жизни, чтобы у этого было. Попробовал. А ну давай, спринт-трап. Ну-ка давай, сверли его. Блин, она отталкивает. О, убила. Все. Отлично, отлично. А где лазер? Я уже забыл. Вот здесь. Все, все. Так, вот все-все говоришь, да? Так, подлетим. Все, я готов, вот луч, я вижу его. Лазер не так уж много и тратит жизни. Да, но эти у нас аниматроники реально очень читерские. Вот смотрите, аниматроника 10 тысяч жизни. А ну давай, нажимай лазер, за сколько же меня убьет? Ну давайте я нажму. Даже 10 тысяч жизни для аниматроника это тоже много. Ничего лазер делать не может, фуфлыжный. Так, давай конченую пилу. Так, я встаю, сразу видно, кишки кого-то уже запилили неплохо. Ой, пила тратит много, просто нереально. Блин, да что за пила еще такой? Звук пердежа как... Реально как пердит. Странное топливо. А ну давай. Я нажимаю. Готовься. Во, оно распиливает. А ну второго. Руку сейчас отрежет. Две руки отрезала, нифига себе, давайте все-таки Фокси чикнем. А ну-ка, давайте вторую пилу, вот эту можно включить? Ладно, давайте эту. Да, ну моментальная смерть. Блин, чикерские пилы. Так, чика идет, тут с опозданием должна быть. Да, это, телепортация есть. Что у нас тут? Нажимаем кнопку. Пацаны, кто не сыт, поехали. Погнали. Давайте, давайте, пацаны. Кто смотрит этот ролик? Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое и радуем подписчиков. Ну-ка, у кого сколько жизни тратится? Не, жизни медленно тратится. У меня 10 тысяч жизни, они реально вот... Ну, 9 тысяч сейчас только вот будет, вот. Медленновато, вылетаем. Неинтересно. Я говорю, что быстро убило. Так, давайте в шипы спрыгнем. Хочу с шипов прыгнуть. На шипы. Ну-ка. Тум, ну... Кстати, жизнь тратится, когда я просто стою. Чпляникс. Ну, ух ты. Нифига себе. Да что-то было такое. Интересно. Все, я иду на пушку. Полетели. Давай, поедем. В прямом смысле слова полетели. Так, как ты думаешь, оно вытолкнет меня или нет? Так, что-то. Холодильники? Ладно. О, я прям на пушке, на краю стою пушки. Смотри, давай. Стреляйте. Может, надо было предметом зарядить? О, я зарядил. Давай. Что-то залагало. А не, сейчас все заработает. Вот кнопка тут с этой стороны. А, так. Нажал. Вот, закрылась. Ух ты! А можно пушку выше поднять, интересно, или нет? А, можно, да. Заряжайся. Сейчас, 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 стойте. Надо, чтоб вы этот, ее приподняли чуть-чуть. Ух ты! Я за карту летел! Офигеть! Неплохо, неплохо. Мне такое нравится. А давайте эту катапульту вонючую. Давай. Как ее работать? А, физга надо. Как ее работать? Профессиональ слов. Давайте пушка все-таки стреляет. Мне интересно, как она стреляет. Так. Дима, давай неплохо. Дима. Так, а где катапульта? На физганом ее поднять или опустить? Да? Да. Вон. Еще, еще, еще ниже. У тебя физган может, я в тебя верю. Так, ну давайте я попробую сесть. Ну что, полетел. Ну такое. Я тяжелый, да, походу? Надо кого-то... А ну давайте холодильник зарядите. Для интереса. Что лучше полетит, я или холодильник? О, один, четко, да. Воу, холодильник четко полетел. Аж за карту. Давай, давай, давай. Вот эту катапульту нам бы в санбокс ее на карту, чтобы машину позапускать.
Эту катапульту можно использовать для того, чтобы бомбу запустить. Дима. Запускатель бомб. Дима, так, давай я... Запускай. Хотел вместе с этой штукой полететь. Не, да, она пустила, как и меня. Да. В таком навесике, тяжелом. Дим, там есть поезд. Дим, давайте, давай. О, точно, ребята, все на поезд. Там же еще поезд есть. Я хотел его на поезд позвать. А, давайте еще туда давилку, еще давилки не было. И как там ее запускать? Нажимать, а там кнопка есть. Да ладно, что? А это мгновенная смерть, даже ничего не понял. Вот смотри, 100 тысяч, давай 100 тысяч протестим. Давай, пожалуйста. Так. Что нажал? Давай. Не, не убил. А ну давай, подожди, я выскользнул. А, ты выскользнул? Да. А давай терминатор, заходи ты. Давай. Распили меня болгаркой. Выталкивает. 4 тысячи осталось. Нормально. Может, ты протестил с стекляшками, да? О! Когда четко попадаешь, убивай. Давай все-таки я четко встану. Давай. Поднимай. Стой. Опускай. Ух ты, ну не, вытеснило все равно. Видно, да. Больше жизни. Давай поезд. Давайте на поезд. Раздавить его полностью. Ну давай, я жду тут с краю, плюс давит. Давайте. А как он пошел, там пошел, пила. А там кнопка есть. Ну что, убьет меня или нет сразу? А, не достает, блин, не доставало. Стой, давай на пути встану теперь. Давай я сяду. Ой, я даже ляжу, давай лежа, давай будет прикольно. Давай, иди спасу. Что? Да блин, я испугался, магический додик. А, он хотел типа сделать вид, что тебя... Да, да, но вид не сделал, потому что скример на весь экран вылез. Так, поставил я NPC и заморозил его, опускаем. Интересно, у него жизни тратятся? Все, пошлите, пока у него жизни тратятся, пошлите, может убьет все-таки. Погнали. Так, давайте в эту комнату засунем. Да-да-да. Давай туда зайду, Дима. Давайте я тоже буду тут, в этой комнате. Я во всех. Все, поставили, давайте, нажимай. Заходи. Не, не зайду, я с тобой, мы идем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, колбасит. Эксперимент успешен. Мне 25, 20. Ну все, прощайте. Ух, я коленку поцеловал, это было мощно. Ну что, пробуем запустить бомбу? Давай. Ой, пацаны, прощайте. Вот это жахнуло. А что забагалось? Что она не полетела как нормально? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, у вас ли мои ролики еще. Ребята, последний эпический взрыв. Это сейчас.